зима пришла нежданно. Надо бы приодеться. А есть у вас что-нибудь модненькое? Да потеплее. Болей за Акбарс! Модно! Голодный болельщик – это очень плохой болельщик. Сосиска лар, колбаска лар, барма? Я бар, конечно. Ой, вкуснятина какая! Невозможно устоять! Сосисочки тюрингские, улитка по-франкийски с гарнирчиком. А самое главное, из натуральных продуктов. Великолепные сосиски и колбаски гриль, 3 и 13 сектора. Ребята, а для любителей домашней еды, как Довяника готовит? Кафе, домашняя кухня. О, салатики, какие хочешь, селедочка. Супчики, пожалуйста. Приятное обслуживание и отличный ценник. Кафе «Домашняя кухня» в 20-м секторе. Специально для гостей Татнефть-арены. Для тебя, для нее и для вашего ребенка. Супер развлечение. Уникальная тренажерная система Rapid Shot. Именно здесь вы можете проверить силу своего броска. И почувствовать себя настоящим хоккеистом. Вот теперь болельщик готов. Оделись, поели, наигрались. Вперед, болеть за любимую команду!